И... Ты слышишь меня? Слышу, да. Я пить хочу. А я в игру зашел. Ну блин, я спрашиваю, Рустем Ашотович, нормальное имя или нет? Я сейчас тоже захожу. Ой, я слышу музыку. Ой, сейчас наушники одену. Нравится, знаешь, такая подпись внизу. Ракнет. Ой, прошло. Как ты зашла так в игру? У меня только прогрузка идет каких-то моделей и текстур. Что, орлики, ссылка на сервак в описании. Играем только на литиуме. Литиум топ сервер. Я буквально только что к нему подключаюсь. Ну, скачивает какие-то файлы. Так, абсолютная ролеплей. Литиум. Как мир? Ладно, я буду под лат... О, я буду под латом бомжом. Ты, я, конечно, пошел в шахту, но... Шахта это... Ну, только не шахта. Но продукты буду заводить. О, Барни будет сейчас играть со мной. Да, Барни, ты будешь играть с папой котом? После получения прав можно устроиться на официальную работу в мэрии. О, нормально. Так, значит, пока что права нужно получить. А куда ты устроился на работу? Я еще... Я разводчик продуктов стал. Так, я не понял, почему чувака зовут Леонид Шимонович, бля. Я не понял, что это за... Это тупо дедушка. Стоимость аренды... У меня 5000 долларов. Вот давай... Я только что оплатил его! Лиз, отдай мне, это мое! Ну ладно, я на другой сяду тогда. Ну, в игре типа. Че тебе не зашло тут скин прям, как ты есть? Потлатый, мохнатый, вонючий такой же. Сейчас поставлю метку, чтобы нам идти продукты разводить. А ты решил стать приверженцем здорового образа жизни? Я, да? Я ты или я Варламов? Или? Я Варламов, смотри. Да, дорогу, я блок... да? Сейчас буду тебе пердеть прям в лицо своим мопедом. А мой велосипед тупо пушка, смотри, как я еду на нем мощно. Это явно китайское говно, ты купил его за 100 рублей на Алиэкспрессе. Он тебя развалится на второй день поездки. Велосипед так не может, как мама Тароли. Лиз, я не могу заехать на холм, а у тебя получалось? Лиз, что с тобой? У меня эпилептический припадок. Ой, там трактор. Может быть, мы это в поле будем работать горняками? Ну, этими полевиками. Картошка, полевики будут. Да, как в Беларуси. Ну да, да, белорусский труд. Постой, мне сказали, у меня водительских прав нет. Черт. Я не подумал об этом. Лиз, нам нужны права водительские, чтобы я мог это руководить. Лиз, у меня... Ой, я тебя вижу на карте, по-моему, но у меня проблемы. У меня велосипед в гору плохо едет. Я машину вижу, какой-то пидорас за мной едет. А, он хочет тебя забрать в свой гарем? Пидорас на желтом мотике. Но это не я, потому что я не пидорас. Ну, кто знает, а кто проверял-то уж. И у него тут еще какая-то машина человека под именем, она разбита. Владелец Дмитрий Фекалис. Это реально орное имя. Как ты думаешь, кто этот Дмитрий Фекалис? Этот Винг Фалакас. А где везде? Вот я еду на тачке, и везде на столбах ЛГБТ-флаги висят. Что, праздник у них, что ли, какой-то? Евген, я боюсь, вдруг на меня Владос Мирос из кустов выскочит и за жопу укусит. О, я вижу реальные ЛГБТ-флаги. Я, видимо, мы не туда заехали. Ген, что ты жирный, пузо отъел. Ну, я курочку гриль просто ел много, мне нравится. Так, в здание я зашел, наверное, на права снова надо наступить. Поздравляю, ты получил права на разум. Ура, я тебе смогу доставлять еду в пятерочку. Лиз, ты получила права? Нет. Лиз, ты смеешься? У тебя в чате должно быть написано: поздравляем, ты получил права на транспорт. Получил. Лиз, ты получила? Да. Ну, блин, а что ты говоришь нет? Так, а на чем нам уехать? Я как понимаю, можно взять в аренду одну из этих голубых машин? Я забыла, машин? Как прыгать, Евгенчик. Shift, shift, shift. Лиз, садись ко мне в автомобиль, вдвоем дешевле. Это учебный транспорт. Сука, нет, Лиз, все, уйди отсюда. Я умер, я еще не умер. Это просто машина не работает. Лиз, смотри, свою машину нашел. У нас в деревне такой фигни нет. Ты уборщик автотранспорта, офигел? Не, Лиз, я заплатил за эту машину. Ну, я тебя выкину из тачки сейчас. Да блин! Ну с задней двери, блин, подойди. Нормально все будет. Лиз, забирайся на запрыгни на крышу через шип. На я крышу, я тебя повезу. Во, нормально. Лиз, мы поедем есть сейчас. Держись, Лиз, держись осторожно.
Лес, ты чего? Че ты прыгаешь? Не прыгай с машины. Не прыгай с машины, пока она едет. Это еврейский дрифт? Это еврейская экономия? Нет, это нормальный дрифт. Давай, я... Да блин, хватит прыгать. Ты можешь залезть на машину? Лес, залезь на чертову машину. Во, нормально. Так точно не знаю. Ну, мы не доедем, товарищ. Нужно дальше бежать. Лиз, у меня идея. Так, давай, продолжай бежать за машиной. Лиз, бежи, жми пробел, беги за машиной. Давай, 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 беги, 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 беги. Давай, давай, догоняй. Почти дошли, Лиз, почти дошли. Бургер. Чувствуешь запах бургера? Чувствуешь запах бургера? Потерпеть осталось чуть-чуть. Я пока что чувствую запах. Твоей хлопной трубы, так сказать. Нормально. Лиз, быстрее. Лиз, мне стыдно за тебя. Беги быстрее. Пробел жми активнее. Я не слышу, чтобы ты жала пробел. Да, на чикен... Я бухать хотел пойти. А чё это за магаз? Одежда вроде. А, сейчас одежду посмотрим. Тут какой-то петушок за 1600, а чё? Я сейчас погляжу. Во! Тебе идёт? А, да, я нашёл кнопку купить. Да, у меня теперь маска петуха. Охуенная маска. Маска огонь. Как раз от коронавируса. Нет, видишь меня, кок? Я не кок. Кок. Не кок, я Лиз, ты едешь со мной? Кок, Лиз, я не кок, да гроза идет, давай бухать поедем. Только вопрос, к какому бару ты едешь, а к какому я? Я думаю, сразу буду, я буду пить виски на все деньги. Ты отрезвел. Лиз, я выпил минералку и все, все прошло. Я продолжаю пить. Ну не знаю, я вижу только свои сообщения. Ну да, ну я тоже. Лиз, я, короче, я бух. Мне пишут, что я бухой. Я почти все деньги пропил. Лиз, дал же денег. Лиз, нет, мне хреново. Иди нафиг, бомжиёб. Блин, а! Лиз, у меня машину плющит теперь попи. Блять! Лиз, я не могу ехать на машине, а пьяный в срань. Я сейчас попытаюсь до тебя доехать, но у меня машина плохо едет. Так, все, я понял, где ты сейчас. Я еду. Я пьяный, но я еду. Я пьяный петух. Бля, столб случайно снес.
Ну что, орлики, я пойду спать, просто я жестко устал. Лиза будет играть в GTA ночью, пока я сплю в GTA 5, проходить сюжетку. В общем, рекомендую, слушай, серф прикольный, он забавный. Тут можно столько всяких забавных вещей делать. И ссылка на, собственно, на самп и IP-сервер в описании. Заходите и играйте. Я думаю, мы можем даже вместе что-то придумать, потому что я зашел по приколу попробовать вообще посмотреть, как тут. И мне кажется, мы с вами, потому что тут что-то без жести. Тут заходишь, играешь, очевидно, делаешь что хочешь, и никто не трогает. Как на многих серверах бывает жесть, там ничего делать нельзя. Я думаю, что мы могли бы залететь в самп и устроить здесь какую-нибудь дичь. Что вы на это скажете, орлы? Ответы в комментарии принимаются до 1 мая 2022 года. Всем пока, и так я тут продолжаю город грабить.